Финляндия – это вам не Норвегия. Финляндия значительно южнее норвежских фьордов, особенно Лапландия, которую Санта-Клаус расхваливает на весь мир за морозные зимы и каких-то особенно по-фински шустрых оленей. В Лапландии тепло и солнечно. Правда, это продолжается всего одну неделю в году, но тем не менее приятно. Приятно побродить по теплой воде за полярной реки и Валайоки и ловить в ней рыбу практически голыми руками. Рыба здесь есть. Ее не очень много, примерно как в Карелии или на Кольском полуострове. Рыба обыкновенная, щука. Размеры тоже неудивительные, приемлемые. Сказки про лососевых в здешних прозрачных водах мы тоже читали, но живьем этой рыбы не видели и не ели. Жарили и варили, а больше всего ели обыкновенную щуку. Ее тоже здесь немного, из воды сама не выпрыгивает, ловить нужно. Но рыба ловится, что доставляет удовольствие всем участникам этого безнадежного мероприятия. Ну, вот так вот примерно. Взяли щучку и поплыли себе дальше.